Всем привет! Сегодня у нас очередной рецепт соуса из острого перца. Немножко у меня здесь осталось хабанера разных сортов. Ну, в основном это шоколадный. Вот хочу с вами поделиться рецептом данного соуса. Данный рецепт делаю уже неоднократно. Всем понравился. Так что начинаем. Для начала нам нужно одеть перчатки, потому что перец хабанера очень острый. Он стоит на третьем месте по остроте своей. На первом месте у нас стоит Каролина Риппер, на втором Скорпион, а на третьем хабанера. Плодоножку мы убираем, она нам не нужна. Смотрим, чтобы нам не попадалось гнилостных мест. Запах у этого перца просто потрясающий. Вы его когда разрезаете, прям аромат его в нос бьет. Так, перец у нас готов. Нам также понадобится 4 зубочка чеснока средних. Быстренько его почистим. Также нам понадобится имбирь. Отправляем все это в стакан. Для аромата мы добавим базилика. Хотите поароматнее, побольше базилика кладите. Пока в сторонку уберем, приготовим лимончик. Полстакана яблочного уксуса, это примерно где-то 125-130 миллилитров. Берем блендер и режим турбо. Так. Добавляем чайную ложку сахара и пол чайной ложки соли. Так, перебили мы все блендером в однородную массу. Теперь берем бутылочку, удобную для нас, воронку. И начинаем туда это все аккуратненько переливать. Закрываем крышечками. Вот так. И все. И соус у нас готов. Очень обалденный, аппетитный соус. На зиму, я думаю, в самый раз.